Разгар такой, когда там... Да, мы уже включаемся в разгар матча. Играет команда Желтопузов. Команда с милым, добрым названием Желтопузы и команда со страшным названием Red Devils. Я не понимаю, почему Red Devils в красном сегодня? Они ведь называются Red Devils, так а red. Не какие-то... Так Red, почему они в красном? Так Red — это красный. С английским у меня пока что еще все в порядке. Короче, счет... Какой 2-3? Неожиданный счет. Счет 5-2. Мы проигрываем. Желтопузы проигрываются. Но они в читу, это уже хорошо. 5-2? Да, Желтопузы проигрываются счетом 5-2. Но хочется сказать в оправдание Желтопузов, не подумайте, что это какие-то отмазки, что... Они вчера бухали. Они вчера бухали. И нету двух основных игроков у Желтопузов, ну ладно, это... Да, Сибири нет. Да, самого основного, из Ставра. Ставра, да. Да. Значит, 5-2. Очень грустное начало такое. Да. Очень грустно. Особенно для болельщиков. Ну ничего, если выиграют красные, то их забанят. Я честно, я всех забаню, если красные выиграют. А Гамсик удалит потом профайлы ваши. Я, конечно, не собирался комментировать, но видя, что мы проигрываем, я думал, такое надо осветить обязательно. Такое событие. Это первый раз, это вообще, это войдет в историю. Что? Да, вот действительно, команда очень сильная. То, что сказал Эчи, помнишь? А что сказал Эчи? Если они проиграют, то это будет для них пиар, а потом реванш. Я не знаю, что сказал Эчи, я еще много чего говорит вообще. Давайте, надо забивать, еще забивать. Давай, желтый. Давай, Гамсик! Давай, ну, блин. Лягушку. Ой. У меня просто нет слов. У меня нет слов, мне сейчас главное ужаса не уронить фотоаппарат вниз. Ладно, я прикручу это снимать, и счет 6-2, просто кошмар. Ладно, будем надеяться на лучшее.